Okay. Do that one time more. Ой, не могу. Ой, very, very good, very beautiful. What about legs? On the left. This is how you go away. Все, молодец. Молодец. Fix your pants. Fix your underwear. Молодец. Ой, боже. Ой, мама. So go. What? Yeah. Yeah, that's it. Ой, мама. Ой, господи. Какой-то он весь полосатый. Ой, секси. Do that. Oh, there. I can't see it. Do that. Oh, there, 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 there. Yeah, yo, je, ze, I, 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 K, L, M, N, O. Когда мы последний раз повторяли русский с ним год назад, наверное, все забыл. I, U, F, H, C, H, C, H, C, J, Share, share, ooey. One time more. Ooey. Ooey. Air. You. Yeah. Okay. Это его каракули, Ленки, как он пишет. Как ребенок, да? Точно, как вот маленькие дети пишут в первом классе по-русски. Особенно Д и Л. Д вообще у них. Ж и Д буквы вообще они не понимают, извините, что это за каракули. Я люблю. Немного, люблю немного, да? Много. Сей много люблю. Много, но люблю. Я люблю. 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 Сей люблю очень. Я люблю очень. Я люблю тебя. Я люблю тебя очень. Вот, молодец. Но это он знает. Это уже с помощью дрессировки выучено несколько лет назад. Я люблю очень целоваться. Целоваться. What? Целоваться. Я люблю целоваться и заваться. Целоваться и заваться. Же. Но это с ха. С ха. Я ха. Же. Ша, а you have big belly. Я говорю, ты у тебя живот большой. Ща. Но, continue. Все сейчас остановится. Ца. 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 Yeah. Ца. 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 And now with letter E. В, Е, В. Б, Е, Б. Do that. My next time. No, you, honey, you tired. Don't repeat. Repeat. What, this one? Yeah. В. Б. There, there, correct. There, uh-huh. I can't see it. Je, je, li, me, me, ni, ni, pi. Произношение пи, пи, слово пи это писать по-английски. Ну, произношение, говорит, ты хочешь пи? Говорят, do you want pee? Да, ну, говорят, ты хочешь, типа, в туалет. Ну, пи, имеется в виду писать пи. Си, пи, ми, зи, си, ши, ши, жи, ши, 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 окей. This E, for E, no, no syllable, for O, let's for O. B-O, bo. Bo, uh-huh. No, no, vo, bo, uh-huh. And go. Go, do, do, jo, jo, zo, uh-huh. Go. Ну это он знает, пошли дальше. Не понимаю, маете. Correct, faster. Ты не понимаете. One time more.
Ви напене епне. Ете. А ете. Ма ете. Ма ете. Они же учат, у них же вот эти учебники, ну, которые учат русский язык, англоязычный, да, сначала, то есть мы вначале все время произносим, да, понимаете, да, когда детей, например, учат русских детей русскому языку, а у них, когда учат этих английских оболтусов этих русскому языку, сначала они говорят ете, маните, как там, подожди, сейчас я скажу, вот так вот они. Ете, маете, не маете, понимаете. Угу. То есть с конца. Easier for you. Ете, маете, не маете, понимаете. Понимаете. Okay? Read this second. Вы. Вы понимаете. Yeah, correct. Так, this. Не... Немуинаурага. Немумага. One time more. Немуга. Немного. Yeah, немного. Немного. Repeat one time more. Немного. Okay. Second word, read this one. Слова немного. Говори. Целовать немного. Они, у них же letter, ой, letter, это буква С непроизносимая. Он говорит, С ее произносит, да, или Ч произносит. У них С нету, вообще и звука нет в английском языке. Они его не могут... Say one time more, целовать немного. Целовать немного. Молодец, ну, уже научился. Так, next, the last word. Извините, целовать немного. Это, когда в Россию поедем, ты, когда в Россию хватит Russia, we will be, you will ask Russian ladies on the street. Я говорю, на улице русских женщин спросишь, целовать немного. Я посмотрю, как они тебе влепят. Я, извините. В твою Америку. Я, извините, целовать немного. Yes, я, извините, целовать немного. Ой, не могу. Я посмотрю, как они тебе получат. Так, passed the last word. Can't have a heart attack. Honey, the last word. The last. Немного? No, it is немного. Yeah, this word, the last. Oh. Много. 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 Немного. Немного – это not a lot. You see that translate? That is a lot. Много – это a lot. Немного. Много – немного? Yeah. Немного – это a little bit. Немного. A little. Много – это a lot. Сики, он же этот, букву R, они все время как P произносят, как он говорит. Попусики. По-русски. По-русски. R-U, R-U. По-русски. One time more. I don't see R. This R. Where? This letter R. Oh, русский. Yeah. По-русски. По-русски. Okay, next. Я? Я не... Не? Понял. Это с letter E. This is letter E? This letter P. That's what I thought. That's what I said. Па. Па-ни. Я не... Я не пана. Пани. Я на пани. Пу му. Ма. Ю. Ванте море. Я не понимаю. Коррект. Я не понимаю. Фастер. Я не понимаю. Я не понимаю. Я не... Не. Я не понимаю. I don't understand. Я не понимаю. Окей. А ну висаут не. Я понимаю. То есть I understand. Не понимаю. Я понимаю, я не понимаю.